Всем привет, с вами, как обычно, Плеер, и я вас приветствую, подписчики моего канала. И вот сейчас, проходя PvE, я все-таки решился записать небольшое обращение к вам. Мои подписчики, которые уже давно меня смотрят и которые только недавно подписались, я, безусловно, ценю каждого из вас. Спасибо за то, что вы проводите время свое за просмотром некоторых моих видео. Я рад, что мой контент вам нравится. И, ну, безусловно, для каждого такого человека искусства, да, в моем деле искусство, это съемка видосов, это всяких налепка мувиков, если это можно так назвать. В общем, приятно, когда тебя ценят. Но настают тяжелые времена, если это можно так назвать. И, в общем, ближе к ноябрю Родина зовет, можно сказать так, давать долг Родине. И, соответственно, в связи с этим я объявляю о наборе, даже не о наборе, скорее всего, о конкурсе небольшом. Конкурс будет даже не с призом, а может быть даже и с призом. Не знаю, как вы это расцените, но главный призом моего конкурса будет полное хозяйство на моем канале. То есть я сейчас ищу нового ведущего для своего канала. Мне нужен человек интересный, с хорошей дикцией, который умеет преподать тебя, который может им интересно рассказывать, и его темы достаточно интересные. То есть мне не нужны всякие обзорчики пушек, допустим, там, не знаю, киньте АК-103, там, давайте сегодня будем обозревать Криса, не знаю, мне такое дерьмо не нужно. Мне нужен человек, который будет по контенту близок ко мне, то есть мне нужны аналитики, желательно аналитики. Но если вы неплохо справляетесь как обзорщик, да, то есть вы интересно умеете рассказать, вы можете сделать это по-особенному, то я, может быть, даже рассмотрю и этот вариант. Но все-таки желательно, чтобы это был аналитик. Так, что еще? Ну, в общем, уважаемые подписчики, вот, наверное, с ноября этого года примерно мне придется отчалить. И примерно на годик оставить вас, как бы это горько не звучало, но скрипя сердцем и душой, мне приходится это делать. В общем, не расстраивайтесь, не торопитесь нажать кнопку «Отписаться». Я думаю, я обещаю, что я приложу все свои силы на то, чтобы найти достойного кандидата на роль ведущего моего канала. Я думаю, эта задача не такая уж и сложная. Вот. И, в общем, если ты, да-да, именно ты, считаешь себя очень грамотным, интересным ведущим, который давно хотел бы себя попробовать в YouTube, введение канала, но все как бы не подворачивался в случай, да, и ты думал, что, ну, а кто меня будет смотреть? Я дам тебе этот шанс, то есть все подписчики на моем канале будут смотреть только тебя, но ты должен быть интересен моим подписчикам. И, в общем, конкурс будет состоять в следующем. Примерно до конца октября я жду интересных видосов от кандидатов. То есть, допустим, видос должен содержать следующий материал. Я такой-то, там такой-то, не обязательно говорить свою имя, фамилию, да? Можно назвать свой ник, грубо говоря, назовем так. Ну, там, я, всем здорово, с вами Плеер, и мы сегодня начнем разговор об OpenCAPе. Это моя одна из самых любимых тем, я думаю, именно поэтому в основном вы смотрите меня. И, в общем, сегодня мы поговорим об OpenCAPе, и там уже пошла аналитика. И ваш материал должен быть, знаете какой, должен быть действительно годным и актуальным на момент записи роликов и выхода. Непременно с мест не столько отдаленных, то есть с армии. Я постараюсь контролировать весь контент и все происходящее на моем канале. Ну, в общем, дерзайте,
всю инфу я вроде вам предоставил. Еще скажу о том, как посылать свои работы. У меня есть такая группа ВКонтакте. Через группу ВКонтакте вы можете связаться со мной, там я есть в контактах. Можете связаться с одним из моих редакторов, то есть можете написать им, отправить свои видео им. Либо вы можете сделать ролик и закинуть его на YouTube. И вот ссылку на ваш видос с хостинга YouTube вы можете написать прямо в комментарии к этому видео. Неважно, многих способов вы должны знать. О том, как редактировать видео, как постить видео, и как показывать свое видео. В общем, с вами был Плеер. Дерзайте. Я надеюсь, у нас появятся интересные личности. До новых встреч.